Всем привет, на канале Хилганта. Мы играем за Evil Within в DLC, который называется Последствия. Отошли от кошечки. Ну и пойдемте вперед. На встречу приключениям. Как всегда, контрольная точка. И мы опять там, откуда начинали. Пошли в комплекс. Ну, это, по идее, только начало. Ой, не всех убил. А, черт. Он зашел слишком далеко. Я должна его остановить. Так. Да-да-да. Ой. Ой-ой-ой. Не слишком хорошее укрытие. Тут есть топорик. Ты куда идешь, бро? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Не, можно сказать, и не видео. Ой-ой, спокойно-спокойно. Не нервничай. Сейчас они разойдутся немного. И пойдем дальше. Блять. Понятно. А можно прыгать? Это печально. Это боль, я бы сказал. Ну, даже вариантов не оставили вообще. Дверь, короче, не пройти, я понял. Зачем топорик тогда нужен? Надо ломиться в главные ворота, получается. Я-то думал, к двери надо идти. Вот это поворот, в начале-то самом. Да пофигу. Сейчас за топориком сходим. Тут есть просто несколько вариантов. Да, либо мы их всех вырубаем. Практически. Либо по столсу проходим. У нас и пистолет есть, так патрон складный. Ладно, идем дальше к топору. Жми, не видео. Какого хрена? Ой-ти-ти-ти-ти. Началась беготня. А, да тихо ты, блин. Нет, там все-таки можно было пройти, все нормально тогда. Там долго надо пролазить. Не прокатило. А я все-таки кинул бутылку, хотел отвлечь. Но что-то пошло не так. Гадости такие, а? Ну, топорик тратить у нас еще не будем. Это ценный ресурс. Чтобы вот так раскидываться им. Беги давай туда.
Вот-вот. А мы стойте, как дурачки. Пока я попробую пройти. Давай, давай, давай. Быстрее, мать. Вот так и надо. Да-да-да. Отвечай на вопросы. Чего ты боишься? Какие страхи могут тебя преследовать? Какие потребности можем удовлетворить только мы? Неужели ты хочешь тратить свою жизнь на попросту? Неужели ты не испытываешь благодарность за то, что мы тебя сделали? Мы приняли тебя в свой круг, дали тебе новую жизнь. Зачем ты предаешь нас? Почему не поддерживаешь нас? Хватит! Заткнись! Уйди с дороги! Задолбал. Все, успокоилось? Ого! Там пентаграмма. Нам надо туда. Опять не бьется. Опять реальность поменялась. Я даже не заметил. А что за напряженная музыка? Уэсли! Ты куда? Так, здесь нам не пройти. Это лифт. Это труп. Ты давай же, фокусируйся. Пациент, подключенный к машине, умирает? А что вы намекаете? После того, что вы сделали, все это кончено. Похоже, сознание Рубина оказалось как бы заключено внутри Стэна. И он, кажется, и он нападает на каждого, кто пытается туда зайти. Это недопустимо. Мы должны как-то с ним разобраться. Столько усилий, и все напрасно. Так нельзя. Рубик. Все это время он был внутри системы Стэн. Что ж, меня он не получит. Там лифт приехал. А вообще все пусто. Я думаю, скоро закончится это DLC. Уже приближаемся к финалу. Прям чуть-чуть осталось. Но почему Уэсли? Что в нем особенного? Уэсли не всегда был таким. Катакония у него началась после пережитой в детстве психологической травмы. Его родственник убили у него на глазах. По моим данным, синхронизация с разговорными волнами Рубина соответствует конкретной травме, а именно утрате Рубина своих близких. Так не пойдет. Нам нужно что-то другое, более приемлемое для массового пользователя. Ошибка. Ну, тут что-то лежит. Или нет? А, нет. Просто отсвечивает. Да, пойдемте дальше. Тупичок за тупичком. Вентиляция? Не, нельзя вентиляция. Почти пришли куда-то. Сопровождается все это хорошей музыкой, конечно. Но однообразной. Ванна. Так, понятно, здесь что-то есть.
Ну, давайте посмотрим, что там. Система STEM должен быть кто-то трезвомыслящий, потенциально способный не трезвить его. То есть Рувика. С моими познаниями в системе я мог бы принести... Ни в коем случае, мы не можем допустить, чтобы вы еще больше усложнили ситуацию. Мы подготовим одного из своих людей. Отправить туда неопытного человека, как мы. Мы даже не знаем, вернется ли он. Значит, это должен быть тот, с кем можно пожертвовать. То есть нами. Кем пожертвовать? Вот значит как. А я вам верила. Какой-то дым. Сейчас отравит нас. Что это такое? Трупаки какие-то лежат. Опытные образцы, что ли? Что тут еще что-то есть? Вроде все. Лесенка пропала. Как обычно. Свет. Что за черт? Где это я? Ой. А я знаю, где ты. У мясника. В гостях. Пойдем, сходим к нему. Только его дома нет. Тут кот. Так, понятно, тут комбинация нужна. Ищем комбинейшн. Пилы. Еще пилы. Потолок, может быть. Ну, давайте получше поищем код. Реально пока не вижу. Вообще, он обычно рядом, где-то. Ну, вдруг тут спрятали где-нибудь. Тут бы что-нибудь взял, топорик там, бицепилу. А, вот топорик, кстати, можно взять. Ну, окей. Но только непонятно все-таки, где кот. Ладно, пойдем сюда, там посмотрим. Дальше. Я что-то нашел. Ага. А вот наш кот. Ой-ой-ой. Цифра 4. И восклицательный знак. Ну попробуем запомнить. Не уверен, что получится с первого раза. Но. Чему нет? Уже очень простой. Тихо. Ну да. Реально очень простой. 7-й фрагмент письма. Который, конечно же, мы не прочитаем. Куда это? Лесенка какая-то. А зачем? Не просто ж так. Или чисто для прикола. А
Хотя, кто знает, сейчас может мясник появится. Хозяин придет. Контрольная точка. Все же знают, куда идти надо, да? Себастьян. Ой, Себастьян был здесь? Ага, дверь закрыта. Блин, не хочу, чтобы меня пилили. Ой, спасибо, Себастьян. Дверь открыл мне. Какой молодец. Ну где же наш мясник? Не посетит нас сегодня? Ой, давайте присоединимся к нему. А я, возможно, уйдем просто по пятам. Себастьяна. Ловушки не работают, что-то. Окей. Ясненько. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас бы устал на полпути. Я и так чисто нас припугнули. Себастьян-то мог бегать быстро, а ты не можешь. Ты бегаешь медленно. Открывай, открывай. Другого места он найти не мог. Фига себе. Делайте, что хотите. Вам меня не остановить. Зачем тогда уже вообще нужна моя помощь? Если они могут так реальность менять. А Рубика им все равно не убить. Уже в системе. Контрольная точка, спасибо. Эть, не достать. Аж не знает, куда идет. Здание постоянно меняется просто. Чувак со стволом. Блин, он сейчас взорвется. Ничего, у нас есть топорик. Так, а эта дверь закрыта, да? Ладно, давайте рискнем, посмотрим, что да как. Кто куда ходит? Не, чуваков со стволами надо вырубать. Я вообще его не вижу. Вообще не видно его. Куда он пошел? Опа, здесь нету. А, здесь мы тоже, кстати, были. Ну или помещение просто похоже. Так. Одного, по крайней мере, я наблюдаю противника. Есть, пошли. Та-да-та-та-та-дам, та-да-ти-да-ти-ди. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Дай мне свою пушку, чувак. Вот, спасибо. Ладно, пора покончить с этим. Нам дали дробовик. Сейчас придется пострелять, что ли? Перезаряжай. Отлично. А сюда что, пройти не можем, что ли? Ха. Понятно, там. Там люди кушают. Давайте посмотрим, что в двери. Бутылка. Как не ожидал. А у нас не было бутылки, что ли? Без бутылки выходить из дома не надо. Так, есть. Простых патронов нету, короче. Дробовик однозарядный вообще. Я думаю, тут четко должно быть. Ой, да они еще не умирают.
А не, все-таки умирает. Подними патрон. Заряжай. Просто надо прям вообще в голову стрелять. А то так они сразу погибать не хотят. Борются за жизнь. И здесь мы тоже были. Ходим, как говорится, кругами. Только теперь против нас еще трупы восставшие. Чувак кушает. Не будем ему мешать. Пускай стек лопает. Мы потрошки возьмем. Так, для чего они вообще? Понятно, что не для пистолета. Ну, когда я посмотрел, сколько там патронов осталось, очень стало ясно, что не для него. А где он? Что-то я не понял. А, наверное, там. За куточки. Так, осматриваю окрестности. Вдруг что лежит? И как интересно. Ясно. Кушает, смотри. Нет ничего интересного рядом с ним. А то вдруг что-нибудь пропустим. Сейчас посмотрю. Да вроде ничего интересного нет. Пойдемте дальше. Вряд ли он за мной побежит. А эти, в принципе, не нападают. Так, а нам что надо делать? Тут типа-то двери закрыты. И чё? А, тут вентиляция. И бутылка, да? Блин. Даже не знаю, как надо сманить их. Мне кажется, они на меня нападут. Вот только дверь может закрыться. Я вообще думаю. Ой-ой-ой! Ты раз взорвался от них, кстати. Зацепил. Вот это мне не нравится, конечно. Долго грузится. Такое ощущение, как будто есть что грузить. А, отсюда. Сейф. Ну окей. Чё б нет-то? Правильно. Долго ли? Я просто стреляю в голову, да и все. И проблем никаких. Сразу с первого выстрела умирает. У меня пушка была. Человек со стволом. Давай, иди сюда. Говно. Блин, больно. Подождите, стрелять. Вот. Бо-бо. Не, можно просто прорываться, вообще не париться. По-тихому там, не по-тихому. Просто прорываться дальше. Опять же, сейчас... Блин. Да возьми ты. О. Ой, меня тут нету. Ты же меня не видишь, правильно? Я как полсту иду вообще. Просто говорю, вижу, не вижу, типа вижу, не вижу. И все. Блин, бутылки-то нет. Неожиданный поворот событий.
Куда он пропал? А, ушел. Ну и пофигу на нее. Сейчас зайдем в комнату, где он тут сидел. Тут ничего интересного. А, я просто думал, что я сейчас начну шуметь по-любому. Значит, мне надо их выманить. А бутылка тут только одна. Давай, взорвите его. Молодцы. Вот так и должно было быть. Это патрошки. Я хочу патрон забрать, чувак. Отойди, пожалуйста, оттуда. Вот так, кушай, кушай. Тебе никто не помешает, а я патрон заберу. Ей. А я пофигу вообще. Все-таки я это пережал, все-таки что они взорвутся и все. Ладно, поехали. Когда вот так буду делать. Взрываться не хотелось. А зачем? Патроны. А, ясно. Ясно, зачем, да. Мне туда и не надо. Ёпта. Мы просто туда не пойдем. Фокусируй быстрее, давай. О, отлично. И вроде как и никого нету. Да? И контрольная точка. Что это такое? Замануха опять? Ну окей. Почему нет? Опачки. Ребята, вы куда? Ой, да ладно вам. Блин, отстанет меня, а? Там более сильный враг. Нет? Просто мне показалось, что этот взрывающийся чу... А, ясно, все. Ты умри, да? Я понял. Блин, а теперь у меня выбора нет. Не знаю, что я здесь. Блин, гадость, а. А вот это нехорошо. Поднимайся быстрее. А там что? Ой, патрон. Смотри. Давайте посмотрим, что в этой комнате. Тихо, тихо, парень, не торопись. Ты что, издеваешься, что ли? А, ну отлично. Все, помер. Упал в пароходе. И зачем я туда пошел? Вот путают, путают. Специально, похоже. Она была просто бежать. Я уже практически дошел до конца. Даже с учетом того, что у меня хп нет. Просто в темпе, короче, идти и все. Ясно. Да я вообще по барабану, чуваки. Да, блин.
Ёж твоя. Да парень, 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 не махай. Он что, вообще непроходимый, что ли? Все, не попал мне по нему, все. Значит, ты уже труп. Ни единого шанса. Давайте попробуем. Ситуация, конечно, не сложная, но мы что-то прям какие-то трудности испытываем непонятные. Возможно, просто потому, что мы промахиваемся. Тихо, парень, парень. Спокойно, спокойно. Не налегай. Че, охренел, что ли? Подохни уже. Тихо. Спокойно, парень, я ушел. Все. Простите, некогда с вами играть. И 100 раз переигрывать точно не хочется. Даже ради 3 патронов. С учетом того, что у нас 3 патрона и осталось. Ой-ой-ой. Что это такое? Нифига себе. Где она движется? Круто. Я думал, мы будем просто убегать. Я разочарован, Кит. Такое простое задание, а ты все равно выпендриваешься. К счастью, у нас всегда есть запасной план. И все то, что мы тебе дали для твоего блага, инъекция? Что вы ввели? Мы должны были выяснить, сможет ли один из нас выжить в системе. Но не собирались рисковать ценными людьми. Тебя отправили за тем, чтобы ты взяла нас с собой. Поэтому вот я... Что вот я? Нет, это Рувик. Это все его рук дело. Че, чуваки, нам надо делать? Непонятно пока. А, и чего? Надо просто попробовать открыть дверь, да? Нет, не открывается. Что нам мешает? Точно. В любом деле поможет только фонарик. Без фонарика никуда. Ой, киска. Что так быстро, что ли? Ну хорошо, давайте сделаем перерыв. Патрошки только возьмем. Да. Всем спасибо, что были с нами. И увидимся в следующей серии. Всем пока.